Готов? Смотри, вот он скресил ноги, да. Значит, что тут делать? Вариант. Вариант просто можно их счищать. Держи, держи. Вот, да. Вот, просто я счищаю, да. Это первый вариант. Второй вариант. Второй вариант, да, я упор либо здесь, либо здесь. Ножку, вот он, я подпираю его бедро своей ножкой и своим локтем. Ну, ножку он распустил. Второй вариант. Третий вариант. А? Да, я могу что мышцы дают. Да, вот сюда. Вот. То есть, ну тут она везде, тут везде нервное окончание. То есть, в принципе, куда не ткнешь, куда не ткнешь. Но опять же, это не у всех. У некоторых бывает болевой порог очень такой, что там просто так не продавишь. Вот, встречаются такие вот. И если он меня не схватил, я ручки его прижимаю и встаю. Держи меня покрепче ногами. Держу. Вот, я встаю, а его руки прижимаю для того, чтобы он ноги мои не взял. И лопатки его прижимаю, а ногу, смотри, перпендикулярно ставлю. Вот, поставил между его ягодиц и теперь сажусь. Вот, сел. После чего следует болевой навык. Есть? Да. Вот, болевой навык. То есть я кручусь дальше и болевой эффект сильнее. Понятно, да? Сейчас будем отрабатывать вот эти три варианта. Ахиллес можно. А? Ахиллес можно. Можно. Но это просто самое надежное. Ты все с ним?